На одни и те же грабли наступил на них 22-летний житель Когалыма. Неделю назад на молодого человека завели уголовное дело, связанное с наркотиками, и отпустили под подписку о невыезде. Но спустя несколько дней он попался вновь. 23 сентября 2016 года был задержан 22-летний житель города Когалыма по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра которого было обнаружено два свертка с наркотическими средствами. Первое – это наркотическое средство синтетического происхождения более 1 грамма. И второе – наркотическое средство гашиш более 2 грамм. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. А подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса. Данная мера была избрана по той причине, что этот человек уже был задержан ранее сотрудниками полиции. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде надлежащем поведении, которую он нарушил. И сейчас молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.